весьма необычный концерт в необычном для нас месте. Но много народу пришло. То есть не стояли как-то вот мертвые, не сидели. То есть народ реагировал, народ общался, причем не только последствия какие-то там, не знаю, обадривающие. Там заебись, это все равно, когда ты сидишь, играешь на сцене, это чувствуется. Да, чувствуется поддержка. Взаимо такой энергообмен, он, естественно, он всегда есть сегодня, он особенно чувствовался. Сегодня был концерт еще уникальный тем, что поставили аппарат, грубо говоря, не на сцене, а по центру зала. Вот. И народ, в принципе, в какой-то шаговой досягаемости от, находился непосредственно от музыкантов. То есть было здорово на самом деле. Но не обошлось, конечно, без приколов. Я сегодняшний концерт за себя чисто, вот я бы его назвал «Превратности судьбы», потому что, играя один из треков, я умудрился два раза сломать две палки за один трек. И как-то, да, завуалировано, вроде оп, и все нормально. А мне кажется, у меня тогда все это дали по очереди подряд, потом в другую сторону, потом в рандомном порядке. Ну вот, как-то, да, превратности судьбы происходит сегодняшнее выступление, но был круто. Был круто, действительно, и по публике, и по выступлению по самому. Вот. Звук, мне кажется, более-менее адекватный был. Очень крутой опыт. Вот, да, просто.
вся в том, что люблю я гром не только играть, а именно вот какие-то вещи касаемо сочинительства, что ли, да, вот, ну, с точки зрения композиторства, скорее всего, то есть, ну, громкое слово, понимаю, вот, но это был вызов самому себе, получится ли два инструмента сделать так, чтобы была хорошая какая-то осознанная, полная, целостная партия, и в то же время, чтобы по частотам она заполняла так, чтобы не возникало ощущения, что, блин, где бас, надо бас, срочно нужно бас, вот. И местами это проскакивало. Ну, местами это проскакивало, как бы, да. Не знаю, в принципе, мне нравится, что сейчас есть, мне нравится, что получается. Мне нравится, что нравится не только мне, что приходят люди на концерты и аплодируют, и людям, видимо, нравится это, значит. Вот. Значит, все не зря. Значит, все не зря. За какие-то вот такие вот вещи нематериальные. То есть мне приятно, да,
человек приходит на концерт. Мне приятно, когда у него загораются глаза того, что он слышит. Вот опять же, от энергообмена, да, как мы уже говорили, это действительно очень-очень такие очень крутые вещи, ради этого стоит заниматься как минимум. Вот, а самая такая, не знаю, самая вот поддержка, да, вот касаемо материальных вот вещей, если брать в внимание, что музон был распространен абсолютно бесплатно. Вот, самое ценное, что если вы слушаете музыку в том же ВКонтакте, если вам понравилось, действительно понравилось, и вот там, блин, вот, чуваки знакомые играют, я вот, вот. А если действительно впирают, то почему бы не поделиться этим друзьями? Да, я вообще изначально хотел написать музон себе и слушать его целый день, следующий день. Но потом мы решили, что музоном можно поделиться еще с кем-то. Поэтому вот, вот, ребята, держите, пожалуйста. Thank you.
одному человеку, так и человеку, который является собой практически полную противоположность по каким-то чертам характера. Ну да, еще. Сегодня вот одну вещь пришли. Да. Совершенно. Нельзя на этот вопрос как бы дать строго определенного ответа. Вот. Ну, за исключением, что тема девочки, да. Эмо девочки класс. Много эмо девочек. Много эмо девочек. Минимум пять. Пять эмо девочек.